Всем привет! Сегодня мы будем плести с вами вот такой банан. Нам понадобится желтый и коричневый бисер, а также 45 сантиметров лески. Набираем 4 коричневых бисерины, вторым концом проходим в последнюю набранную. Складываем концы вместе, чтобы наше плетение было на середине. На правый конец набираем 3 желтых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом ближе к плетению проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 желтых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом ближе к плетению проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 желтых бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом ближе к плетению проходим в 2 следующие бисеринки. На любой конец набираем 1 бисеринку, вторым концом проходим через нее. На левый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом ближе к плетению проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом ближе к плетению проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом, который ближе к плетению, проходим через 2 следующие бисеринки, одну прошлого ряда и одну этого. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. На левый конец набираем 4 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом ближе к плетению проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом ближе к плетению проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом ближе к плетению проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом, который ближе к плетению, проходим следующую бисеринку. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в левую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим через последнюю набранную. Концом, который ближе к плетению, проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом, который ближе к плетению, проходим в следующие 2 бисеринки. На любой конец набираем 1 бисеринку, вторым концом проходим через нее. На левый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом, который ближе к плетению, проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом, который ближе к плетению, проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом, который ближе к плетению, проходим в следующую бисеринку. На левый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Переворачиваем наш банан. Набираем 1 бисеринку и делаем все как на видео, работаем только одним концом лески.
Этим же концом мы проходим бисеринку, которую мы набирали в начале. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом, который ближе к плетению, проходим в следующие 2 бисеринки, одну прошлого ряда и одну этого. На любой конец набираем одну бисеринку, вторым концом проходим через нее. Левым концом проходим следующую левую бисеринку. На правый конец набираем 3 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом, который ближе к плетению, проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом, который ближе к плетению, проходим через 2 следующие бисеринки. На правый конец набираем 2 бисеринки, вторым концом проходим в последнюю набранную. Концом, который ближе к плетению, проходим в следующие 2 бисеринки, одну прошлого ряда и одну этого. На любой конец набираем одну бисеринку, вторым концом проходим через нее. На правый конец набираем одну бисеринку, на левый 2, и вторым концом проходим там, где у нас 2 бисеринки. Набираем 2 желтых, 2 коричневых и 2 желтых бисеринки, вторым концом проходим через все бисеринки. Каждым из концов лески проходим, как показано на видео. Каждым из концов проходим в параллельную бисеринку. Выводим концы лески, чтобы они встретились. Завязываем 3 узелка и обрезаем. Вот такой вот бананчик у нас получился. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на мой инстаграм и тикток. Ссылки в описании. И всем пока!